Всем привет! Глава Совета Муфтии в России сообщил число мусульман столицы. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу все в подробностях. В настоящее время в Москве живут от 3 до 4 миллионов мусульман. Об этом сообщил «Известия» в интервью председатель Президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он отметил, что в 1997 году исповедующих ислам москвичей было около 800 тысяч. Сегодня этот показатель значительно вырос, что, по словам главы Совета Муфтиев, может быть связано с миграцией из Центральной и Средней Азии. Равиль Гайнутдин заметил, что в советское время на праздничные намазы Ураза-Байрам и Курбан-Байрам в столице собирались от 35 тысяч верующих, а на сегодняшний день только в соборной мечети их около 130 тысяч. В связи с этим он сообщил о нехватке мечетей в Москве. Также Гайнутдин рассказал о трудностях постройки новых мечетей как в столице, так и во всей стране. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!